Привет, друзья! У нас опять отличная погода. Все вокруг цветет, весна полным ходом. Мы вышли на прогулку. Ой-ой-ой, как много цветочков у нас. Ой, какая красота! Пупсик, повернись ко мне, помаши ребяткам ручкой. Скажи привет, 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 ребята, приезжайте, у нас так хорошо, тепло. Ой-ой. Ой-ой, как много, да? Будешь нюхать? Фу-фу. Мам, еще. Еще хочешь здесь погулять? Сочинский государственный университет. Здание нашей администрации. Что это, яблочко? Ну, садись. Папа. Да не упадешь. Тихонько, аккуратно садись. Ух ты, ну-ка покажи, что тебе понравилось. Ух ты, какой бантик. Что случилось? Стой. Так, трюк выполнен профессионалами. Не пытаться повторять. Тебе нравятся такие золотые рыбки, я знаю, Зайка. Они очень красивые, кушают, да? Плавают, вон как много здесь. Как плавает рыбка? Вот так рыбки плавают. Рыба, да, Зайка. Огромные рыбы. Ну что, посмотрели, как кушают рыбки, теперь поехали сами перекусим. Дай мама будет помогать держать, чтобы не развалились. Ой, наши любимые с авокадо. Друзья, если у вас малыши тоже не любят рис, то попробуйте, как и мы. Либо делать самим, либо покупать роллы. Овощные очень полезные. С авокадо и с огурчиком. Нет. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!